1941 года. И его последний бой был, можно сказать, даже эпическим и легендарным. 15 советских истребителей схватились с 70 фашистскими стервятниками. Они приняли бой. И они сумели подбить даже более десятка фашистских самолетов. Но, к сожалению, в этом бою погиб и Борис Бирюков. А вот напротив Бориса Бирюкова четвертый герой Российской Федерации. Но герой Российской Федерации, который совершил свой подвиг в годы Великой Отечественной войны. 26 июня 1941 года в Белоруссии были совершены два тарана. Один таран стал известен практически сразу же. Его совершил Николай Гастелло. А вот второй таран совершил Александр Маслов. И о его подвиге на протяжении многих лет было ничего не известно. И только в 1996 году Александр Маслов и члены его экипажа были удостоены звания Героя Российской Федерации. И далее...